В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий департаментом экономических расследований Акмолинской области пресечена продажа 10 тысяч медицинских масок. Их предлагали по завышенным ценам. Товар сбывался по 140 тенге за единицу. Деятельность индивидуального предпринимателя была пресечена 19 марта. В ходе проверочных мероприятий установлено, что партия товара количеством 10 тысяч штук поставлялась из города Нур-Султан. Данный факт зарегистрирован в книгу учета информации о правонарушении в соответствии с пунктом 8 протокола Госкомиссии по ЧСРК 17.03.2020 года в целях недопущения порчи всей медицинской маски, подготовленной для передачи управления здравоохранения Акмолинской области. Если вам стало известно о подобных фактах, просим сообщить в ДР по Акмолинской области. Данный телефон указан ниже.